Я вас предупреждала, Катюша, что вы не спали на дежурстве. А вы все-таки не выдержали и уснули. Марья Петровна, это у меня вышло совсем нечаянно. А в результате мы опять не знаем, что же происходит по ночам у нас в библиотеке. Знаете, Марья Петровна, мне сквозь сон послышалось, книги зашевелились и со страниц сошли. Немо, Робинзон Крузо, Гатерас, Гулливер о чем-то спорили, пели песни. А потом куда-то уехали. Да у вас пошаливают нервы. Это все от переутомления. Вам нужно срочно идти в отпуск. Марья Петровна, я нисколечко не устала. Я хочу еще раз остаться здесь на ночь. Зачем? Ну, чтобы узнать, наконец, что происходит с книгами. Ах, да, я забыла, что они вечно не на месте. Значит, можно, да? Марья Петровна, я сегодня останусь. Ни в коем случае. Вы с завтрашнего дня идете в отпуск. Я вам достану путевку в дом отдыха. Ну, Марья Петровна. Никаких но. Закрывайте библиотеку. Марья Петровна, разрешите взять с собой Робинзона? Робинзона? Зачем? Я его перечитаю на досуге. Я так люблю эту книгу. Ну, конечно, конечно, Катюша. Берите. Ключ у вас? Да, Марья Петровна, вот он. Мышинам скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей-то меч звенит, все мы капитаны, каждый знаменит, все мы капитаны, каждый знаменит, нет на свете дали. Нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь, за любовь и честь. Капитаны, прошу следовать со мной. Ну-с, занимайте ваши места за столом. Наконец-то настала моя очередь занять председательский табурет в клубе знаменитых капитанов. Отнимите молоток у барона, иначе он весь вечер будет стучать. Я очень рад за вас, капитаны. Вы сегодня, наконец, услышите истории настолько правдивые, что у вас волосы встанут дыбом, а? Что за безобразие? Я вам припомню, Гатерас, вырвать молоток у председателя, это неслыханно. Но, дорогой барон, вы еще не приняты в клуб. Сегодня, по всей справедливости, должен стоять на капитанском мостике знаменитый капитан и путешественник Лемюэль Гулливер. Опять Гулливер. Достопочтенные джентльмены, я крайне огорчен, что среди нас сегодня не будет капитана Робинзона. И надо же было Катюше именно сегодня забрать его с собой. Может быть, подождем, пока он возвратится? Это невозможно. Я слышал, как Марья Петровна говорила, что скоро она отдаст часть библиотеки налито в какой-то плавучий пионерский лагерь. Кто знает, не придется ли нам на время расстаться друг с другом. Нет, нет, капитан Гулливер, откладывать заседание мы не можем. Боюсь, что раньше осени нам не придется собраться вновь. Вы что-то хотите сказать, капитан Тартарен? Да-да, месье и мадам, на первом заседании нашего клуба капитан Гулливер, видимо, по рассеянности не рассказал нам своей биографии. А я до сих пор толком не знаю, считать его лилипутом или великаном. Я уж не говорю о его любимых лошадях, этих, как они, гуинг-гмамах. Чуть не вывихнул челюсть. Я прошу любезных моему сердцу капитанов оказать мне честь и выслушать мою историю. Однажды, во время моих плаваний, мне довелось побывать
в Ирландии. Пока мой корабль чинился в Дублинском порту, я решил ознакомиться со знаменитым местным университетом. В обеденном зале, построенном в старинном готическом стиле, мое внимание привлек один портрет. На нем был изображен человек в большом парике, одетый во все черное. «Кто это?» – спросил я у одного из присутствовавших в зале профессоров. «Это доктор Джонатан Свифт, воспитанник нашего университета и величайший из уроженцев нашей страны. Кстати, этот прославленный писатель в одной из своих книг описал и ваше путешествие, капитан Гулливер». Признаться, я до тех пор никогда не читал книги, в которой описаны мои путешествия. Я знал, что она вышла в свет в октябре 1726 года без имени автора. Но, пользуясь досугом, я тотчас же достал себе 7 томиков первого издания и углубился в чтение. Для меня не представляло труда догадаться, с кого списан главный герой книги. Под моим именем Свифт изобразил моего родственника, знаменитого мореплавателя Вильяма Демпьера, также издавшего свои записки. Но недостатки моего образования не позволили мне понять в этой замечательной книге все до конца. И я снова отправился к моим новым друзьям в университет. «Доктор Свифт был превосходным знатоком древних авторов», сказал мне профессор греческой литературы. «Идею лилипутов он заимствовал у Гомера и Геродота, которые писали о народе пигмеев. Летающий остров встречается у Лукиана, многое взято у Плутарха, Ктесия и Филострата». «Доктор Свифт был превосходным знатоком политической жизни своего времени», сказал профессор английской литературы. «Король лилипутов – это портрет английского короля Георга I. Его министр – премьер-министр Уолпол». Нетрудно заметить, что, изображая рассеянных академиков, Свифт рисовал английских лжеученых того времени, с которыми он часто ссорился. 11 лет Свифт писал о путешествии Гулливера. Он заставлял издателей являться к нему каждое утро и читал ему вслух новый отрывок. При этом всегда присутствовало 2 слуг. Когда у Свифта появлялись какие-либо сомнения, он останавливался и спрашивал слуг, все ли им понятно. И если они не понимали, Свифт переделывал и исправлял до тех пор, пока темное место не становилось совершенно ясным. А затем говорил: «Вот теперь годится, ибо я пишу для простого народа, а не для ученых людей». Ваш автор, капитан Гулливер, был замечательным человеком. Я слышал, что когда доктор Свифт появлялся на улицах Дублина, его сопровождала огромная толпа народа. Ирландцы должны составить подписку и закупить для меня целую лавку шляп, сказал он однажды. Мои шляпы всегда слишком быстро изнашиваются из-за бесчисленных поклонов, на которые мне приходится отвечать. А мой соотечественник, великий писатель месье Вольтер, написал однажды Свифту: «Чем больше я читаю ваши сочинения, тем менее мне нравятся мои». Клянусь, джентльмены, хей-о, чудом я не это вы поете, барон? Песню председателя. В таком случае разрешите мне самому исполнить мою песню. Просим. Клянусь, джентльмены, хей-о, чудом я выплыл из пены, хей-о, помню и стрелы, и путы, хей-о, крошечный мир лилипутов. Эхой! Клянусь, джентльмены, эй-йо! Жизнь моряка перемена, эхой! Был я рукой океана, эй-йо! Брошен в страну великанов, эхой! Клянусь, джентльмены, эй-йой! После такой перемены, эй-ой, мне рассудить невозможно, эй-ой, что велико, что ничтожно, эй-ой. Да почему невозможно? Что велико?
барон Мюнхгаузен. А что ничтожно? Ну, зависть некоторых лиц. А теперь, достопочтенные джентльмены, я предлагаю отправиться в путешествие в Лилипутию. Нет, нет, капитаны. Мы привезли в почтовом дилижансе целый мешок писем с предложением принять в наш клуб Дика Сэнда. 15-летнего капитана? Да Робинзон Крузо провел на необитаемом острове почти вдвое больше, чем этот мальчик прожил на свете. Да, но мы все как-то раз, мы же должны обсудить этот вопрос. Спокойно, джентльмены. Хорошо, мы это сделаем сейчас же. Просим юного джентльмена Дика Сэнда сойти со страниц романа Жюль Верна. Хоть молод я и мал, друзья, но я уже моряк. Не опрокинет шквал меня, клянусь, что будет так. О, симпатичный молодой человек. Счастлив явиться в распоряжении клуба знаменитых капитанов. Чудесно, садитесь, мой мальчик. Скажите, вы писали вот это письмо с просьбой принять вас в члены клуба? Да, сэр, писал. Я просил вас об этой чести, и я готов сделать все, чтобы заслужить ее. Отлично, мой мальчик, но я должен предупредить вас. Испытание будет серьезное. Вы должны отгадать 3 загадки и рассказать правдивую историю какого-нибудь путешествия. Загадки будут сложные. Смотрите, мой друг, вы еще так молоды, может быть, повремените? Я готов подвергнуться всем испытаниям, сэр. Прошу вас, начинайте. Я готов. Внимание! Начинаем экзамен. Говорит достопочтенный Тартарен из Тараскона. Я путешествовал по одной стране, по замечательной стране. Южная конечность ее лежит на 100-200 километров ближе к экватору, нежели Алжир. Самая северная точка ее, ну, впрочем, это не играет роли. Скажу только, что в границах этой страны живут тигры, фламинго, моржи, белые медведи. На это, между прочим. Как-то раз я прибыл в одну небольшую деревню. Она была расположена в живописной местности, изобилующей озерами и болотами. Переночевав в хижине, я вышел утром подышать свежим воздухом за околицу. За деревней простирался ярко-зеленый луг, на котором шла оживленная уборка сена. Меня удивили 2 неподвижные фигуры среди этого множества работающих. 2 почтенных седобородых старика сидели между копнами на лугу на небольших табуреточках, держа в руках нечто вроде удочек. Когда я приблизился к старцам, я с изумлением убедился, что они на самом деле ловят среди сухого луга рыбу. Я заговорил с ними. Что же оказалось? Некогда на месте этого луга было обширное озеро, обильной рыбой. Затем за много лет озеро заросло с поверхности, но под покровом почвы воды его остались, и рыбы живут на старом месте. А, это же пустяки, Тартаран. Вот мне однажды довелось ловить рыбу в море дождей на Луне. Вот это было действительно необыкновенно. Вы знаете, стоял жаркий, сухой день. Барон, вы не перебивайте меня. Вы расскажете об этом когда-нибудь в другой раз. А сейчас дайте мне кончить. Так, ну вот. Побывал я и в другой стране. Ее граница отделена от границы Советского Союза какими-то 2-3 десятками километров. Великолепный день. Засуха. Мне понадобилось вырыть неглубокую 1,5 метра яму посреди глинистого пространства, поросшего сухим камышом. Беру заступ, копаю. 100 сантиметров, 120. И вдруг
очередной взмах лопаты выбрасывает из сухой ямы двух небольших рыб. Каждый новый взмах лопаты приносит мне новую добычу. Рыбы измазаны в земле, у них сонный и довольно несчастный вид. Я бросил их в находящуюся неподалеку лужицу, полную мутной воды, и пошел к своему лагерю за какой-нибудь корзиной. Когда я возвратился, я увидел, что мои рыбы расползлись из лужи по земле, а одна из них оказалась на ветке дерева на уровне моей груди и с видимым удовольствием грелась на солнце. Но в этом нет решительно ничего удивительного, Тартаран. И вообще я не понимаю, почему вы рассказываете мои истории? Вы же член клуба. Успокойтесь, достопочтенный барон. Эти истории совсем не ваши. Вы убедитесь в этом очень скоро. И кроме того, экзамен держит Диксент, а не вы. Продолжайте, Тартарен. Благодарю вас. Вот, мне приходилось ловить рыбу птицей. Да-да, я брал птицу, нечто вроде утки или пеликана, и стягивал ей шею кольцом пониже зоба. Затем я на привязи пускал ее в море, и она приносила мне зоб полной добычи. Но еще лучше, конечно, ловить черепаху рыбой. Тартарен, Тартарен, кажется, вы действительно завидуете лаврам нашего дорогого барона. Признаться, вы меня начинаете удивлять. Кроме того, мне жаль бедного мальчика. Вряд ли он сможет разгадать ваши воистину сложные загадки. Мальчик предупрежден. Итак, я кончаю. Черепаху рыбой ловят следующим образом. Рыба, так называемая, прилипала, привязывается за хвост, выпускается с лодки в море неподалеку от стаи больших черепах. Рыба плывет прямо к черепахам и присасывается к одной из них с такой силой, что оторвать ее уже нельзя. Я, сидя в лодке, тяну к себе веревку, и вот морское жаркое всплывает над водой. Я кончил. А теперь вы должны ответить, Диксент, где ловят рыбу из-под земли, где я сам ловил рыбу лопатой, где птицы, и где пришлось мне прибегнуть к новому способу ловли черепах. Я готов, сэр. В северной части России много озер, которые мало-помалу зарастают покровом торфа. Возможно, что вам, капитан Тартарен, пришлось наблюдать, как старики ловили рыбу на лугу в Вологодской области. Правильно, Диксент. Я не ожидал от вас такой осведомленности. Очень хорошо. Потом вы рассказывали, как вам довелось ловить рыбу лопатой. Это могло быть в Индии. Там есть рыба, анабас ползун. Эта рыба живет в неглубоких водоемах, совершенно высыхающих на летнее время. Анабас взрывается в ил и засыпает в его слегка влажной массе. Когда вы бросили выкопанных вами рыб в лужу, они ожили и расползлись в разные стороны. Анабасы иногда даже заползают по шероховатым стволам на нижней ветке деревьев. Экзамен пока идет отлично. Ваши ответы радуют нас, Диксент. Продолжайте. Так, ловят рыбу с помощью птиц, это в Китае. И эти птицы, рыболовы, называются бакланами. Ну, а что касается ловли черепах рыбой, то это, мне кажется, вещь довольно известная. Вы могли пользоваться услугами прилипалы. Это на Кубе, Занзибаре и на островах Торрессового пролива. Нет, мой мальчик, я был тогда у берегов Камчатки. Вы не знали, что прилипалы водятся и там? Признаться, нет. Ну, вот. Между прочим, прилипала очень занятная рыба. Она страшно прожорлива, а пловец слабый. Но это не мешает ей совершать огромные путешествия, присосавшись к телу акул, китов и других крупных обитателей морей. Так она переплывает большие расстояния, да еще попутно кормится остатками от трапез своих хозяев. Присосавшись к акуле, рыбка чувствует себя в полной безопасности. Она защищена от нападения на свою персону. И оторвать
прилипалу от предмета, с которым она слиплась, нет решительно никакой возможности. А во время моего путешествия по Торресу, проливу, я только и тем и занимался, что отрывал этих рыбок, прилипал от своего камзола и делал это с величайшей легкостью. Простите, простите, барон. Внимание, продолжаем экзамен. Капитан Гатерас, прошу вас сообщить нам вторую загадку. Я расскажу вам историю о говорящих камнях. Около 4000 лет тому назад в Древнем Египте была высечена колоссальная статуя из целого камня. Проходили столетия. Но каменный гигант не боялся времени, как многие сооружения той далекой эпохи. Недаром у древних египтян сложилась поговорка: «Все боится времени, но и время боится пирамид». И только страшное землетрясение, поколебавшее почву Египта, заставило, наконец, рухнуть гиганта. Он раскололся на две части – верхнюю и нижнюю. И вот по всему Египту пронесся слух, будто каждое утро, едва солнце пригреет своими лучами развалины статуи, она издает стон, протяжный и жалобный. Слух об этом чуде разнесся далеко за пределы Египта. Он проник в Грецию и Рим. И отовсюду к статуе стали стекаться путешественники, чтобы услышать ее таинственный голос. Я, Тит Юлий Люпус, наместник Египта, благополучно слушал тебя, гласит одна из надписей, которые щедро покрывают пьедестал каменного гиганта. Фунизюлянос Харизи, стратег Гермонта из Латополя, вместе со своей женой Фульвией, слышали тебя на заре. Так говорит другая надпись. Однажды римский император Септимий Север приехал в Египет послушать голос статуи, а она, как назло, молчала. Тогда Септимий решил, что статуя чем-то разгневана, и чтобы умилостивить ее, он приказал поднять и восстановить каменного гиганта. Приказание императора было выполнено, но с тех пор статуя замолкла. Что вы можете сказать по этому поводу, Дик Сент? Статуя заговорила лишь тогда, когда раскололась, и стоило соединить обе ее части, как она замолчала. Верно. Так, кроме этого, она звучала только на рассвете. Об этом как будто свидетельствуют все надписи. Совершенно верно. Ну, тогда все ясно. Во всем виновато солнце и роса. Камень разрушается под влиянием воды и тепла. И вот за ночь роса, которая в Египте особенно обильна, покрывала и нижнюю стенку трещины, которая разделила статую пополам во время землетрясения. А утром жаркое солнце начинало согревать воду, и она быстро испарялась. Влажный камень становился горячим и трескался. При очень сильном испарении трещины появляются сразу. Вот внезапный разрыв колеблет всю толщу камня. От этого колебания дрожит воздух. А дрожание воздуха наше ухо воспринимает как звук. Ну, а когда обе половинки статуи соединили, трещину закрыли, статуя перестала звучать, потому что на полированных стенках росе негде было задерживаться. Правильно, мой мальчик, вот. Правильно, правильно. Но совсем молодец, да. Но я хотел добавить, что звучат не только камни, но и целые горы. На берегу Красного моря есть гора, которая называется Джебель-Накук. В переводе на русский язык это значит «колокольная гора». Есть легенда, будто внутри горы спрятан большой старинный монастырь. В урочный час гудят подземные колокола, призывая монахов к молитве. Но это сказка, легенда. О, я не знаю. Да-да-да. А дело объясняется очень просто.
на крутых склонах Джебель-Накуга груды песку. Их надул ветер из пустыни. Шаги путника, птица, севшая на песок, порыв ветра, все это заставляет песок катиться вниз. Шум от катящихся песчинок сначала невелик, но к этим песчинкам присоединяется все больше и больше массы песку, а от этого шум увеличивается, превращается в громкие звуки. Итак, наш юный друг, вам осталось ответить на последний вопрос. Многоуважаемый капитан Немо, задайте вы какую-нибудь загадку. Потруднее. Нет, моя история проста. Слушайте. В конце лета в тиши тростниковых джунглей расцветает сказочный лотос. Рано утром раскрывается розово-алый бутон цветка великана. К концу дня цветок закрывается и снова становится похожим на бутон. Его огромный ярко-зеленый лист уступает своими размерами только тропической Виктории Регии, обитательнице знойной Амазонки. В тихих заводях задумчиво покачивается это экзотическое растение, сохранившееся здесь с древнего доледникового периода. На отмелях среди растущих на бровках и островах кустов и рощ бродят стада кабанов, грозных хозяев джунглей. В тростниках и на деревьях гнездятся миллионы птиц. Черные хищники, рыболовы, бакланы, жадные и бесстрашные, гнездятся по соседству со слепительно-белой цаплей. Ближе к морю селятся гиганты птичьего мира, розовые кудрявые пеликаны. На гнездах, плотах, среди скорлупы высиженных яиц копошатся сотни огромных неуклюжих птенцов. Настанет время, и белоснежные огромные птицы поднимутся в небо и полетят на зиму в далекую Африку, куда-нибудь на берега Нила. Велики богатства этого края. Здесь невозможно проехать на лодке, когда рыба косяками идет метать икру. Шест, воткнутый в эту рыбью лавину, не падает, остается стоять в ней совершенно неподвижно. Ну, дорогой Дик Сент, отвечайте, в какой части Европы находятся эти джунгли, этот чудесный, богатый край, где растет прекрасный цветок лотос? Где растет прекрасный цветок лотос? Я, право, не знаю. Мне кажется, что лотосы растут только в Египте, в Китае, в Индии. Очень жаль, 15-летний капитан, что вы этого не знаете. К вашему сведению, в дельте реки Волги находятся каспийские джунгли, и там немало лотосов. Да? Почему вы смеетесь, барон? Вы всегда задаете такие вопросы, что просто я не считаю нужным на них отвечать. И не унывайте, Дик. Мы с вами устроим отдельный клуб, и туда уж никого не примем. Но я не хочу с вами. Месье и мадам, смотрите! Письма, которые мы привезли с собой из радиостудии, пришли в движение. Они что-то хотят нам сказать. Кипит и пенится волна, далекий шторм гудит. На мокрой палубе без сна Дик Сент всю ночь стоит. В седом просторе грозных вод он держит курс вперед. Неведомы пути, но нужно всех спасти. Отважный Дик, бесстрашный Дик, тебя нельзя забыть. С героями любимых книг ты должен вместе быть. Легла на
черный материк, тропическая ночь. Никто на свете, мальчик дик, тебе не мог помочь. В колючих зарослях травы рычали гневно львы, но ты тут не дрогнул, нет, в свои 15 лет. Отважный дик, бесстрашный дик, тебя нельзя забыть. С героями любимый ты должен вместе быть. Достопочтенные письма, успокойтесь. Хотя юный джентльмен не ответил на последний вопрос, он имеет еще один шанс. Он может рассказать правдивую историю, а путешествии нам доселе неизвестно. Да-да-да-да, пусть он подумает, а я пока расскажу вам историю о страшном рейсе на Санта-Шоколаде. И все-таки попаду в клуб раньше этого мальчишки. Клянусь полярной ночью, меня очень интересует Санта-Шоколаде, дорогой Маран. Мне тогда едва минуло 8 лет, когда дядя взял меня с собой в роковые путешествия на корабле Санта-Шоколаде. Мы покидали пристань знаменитого города Харахото, ну, самого оживленного порта великого материка Антарктида, имея на борту свыше 3000 тонн нюхательного табаку. Близкий Южный полюс давал о себе знать нестерпимым для европейцев зноем. И только легкий ветерок нес нам вдогонку с далеких полей аромат цветущих посевов пшена и манной крупы. Ну так вот, было раннее утро, и мы стояли на спардеке, как вдруг с ревом и грохотом налетел свирепый бриз. Что? Ну да, бриз. И в одно мгновение сбросил в воду все, что в эту трагическую минуту находилось на палубе. Я уцелел лишь потому, что мой бедный дядя, падая с борта в море, успел меня столкнуть в ближайший открытый люк. Ну, каково было видеть, как вся команда беспомощно барахтается на гигантских волнах, а через секунду они остались далеко позади. Так вот, кроме меня уцелел на корабле только старый безногий кок, который обычно передвигался на руках головой вниз, а сейчас, ничего не подозревая, хлопотал у себя в камбузе. Ну так вот, значит, спустя несколько суток ветер затих, и я осмелился выбраться на палубу. Кругом расстилались бесконечные океанские просторы. У трапа, ведшего в камбуз, я увидел этого негодяя Кока. Он был так счастлив, потому что он считал себя теперь уже единственным хозяином корабля и его бесценного груза. Ему, конечно, ничего не стоило прикончить меня, но он не хотел рисковать. Так он ничего не смыслил в кораблевождении. А я с 3 лет недурно разбираюсь в штурманском деле. Да. Но для самого опытного штурмана ведь нужны же карты. А единственная карта, которую мне удалось раздобыть, была карта Южной Америки. А между тем, по некоторым признакам, нас несло к западным берегам Африки. Что же, а выхода-то не было. Ну и пришлось пользоваться картой Южной Америки. Как? Что да, такое? Утешаясь тем, что Южная Америка своими контурами несколько напоминает Африку. Да. Ну так вот, значит, на 18-й день этого труднейшего путешествия я по обыкновению взбираюсь на грот-мачту и вдруг вижу, боже мой, вот уже и Африка. Да. Значит, оставалось только подняться из Атлантического океана вверх по Голубому Нилу вглубь страны, где табак ценится на вес золота. Но я ни на миг не забывал о своем проклятом спутнике. Кок
жаждал моей крови. И теперь он решил, что пора действовать, и кинулся на меня с ножом. Но я был наготове и швырнул ему в глаза тонну табаку. Да, негодяй взвыл, стал кататься по палубе и не заметил, как скатился за борт, где его немедленно и проглотила акула. Да, ну вот, вот, да, да. И я в тот же день очень выгодно обменял свой груз на слоновую кость. Повидло и жареные орешки. Да, и набрал команду из туземцев и вернулся в хороход. Браво, да, 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 но подождите, весь город высыпал на набережную. Вы знаете, меня встречали криками «Ура!» и возгласами «Да здравствует восьмилетний капитан! Да здравствует восьмилетний капитан! Капитан, и я прошу обратить внимание, восьмилетний!» На, вы можете себе представить, насколько возрос восторг, когда в городе узнали, что весь гигантский путь да. в Африку и обратно я прошел, ориентируясь по карте Южной Америки, а? Уважаемый председатель, разрешите мне указать географические ошибки, которые допустил барон Мюнхгаузен, будучи восьмилетним капитаном. Нет, эти ошибки должны указать в своих письмах друзья нашего клуба. Да-да, капитаны, это войдет как задача в игру 25, объявленную нами в прошлом рейсе почтового дилижанса. Конечно, конечно, месье мадам. Я назначаю 3 очка за разоблачение всех ошибок в рассказе о рейсе на Санто-Шоколаде. Вы готовы к новому испытанию, Диксент? Я готов. Во время моего вынужденного путешествия в Африку мне посчастливилось побывать в некоторых местах, где проходил великий путешественник Ливингстон. Ах, месье и мадам, Африка, это моя слабость. Расскажите нам о его путешествии, месье Сент. Это было около 100 лет тому назад. Без всяких средств и поддержки, вооруженный лишь твердой волей и мужеством, доктор Ливингстон первый в мире пересек всю Африку от одного океана до другого и открыл громадную плодородную область. Плечо, раздробленное в схватке со львом, и 11 ран от львиных зубов на теле – это еще не самые страшные воспоминания о том, что пришлось ему вынести в путешествии. Но зато он мог с гордостью сказать: «Я свою задачу выполнил». Однако сам Ливингстон не считал, что он сделал свое дело. Прожив на родине 2 года, неутомимый европеец во главе небольшого каравана снова пробирается по тропинкам, протоптанным только дикими зверями. Снова лошади искусно и слепнями встают на дыбы и кричат от боли. Снова в озерах всплывают черные спины бегемотов. А вдали слышится все возрастающий шум. И через сутки пути Ливингстон снова видит им же открытый великолепнейший в мире водопад Виктория на реке Замбези. С оглушительным ревом широкая река низвергается с отвесного уступа высотой в 120 метров, поднимая огромные столбы мельчайшей водяной пыли, искрящейся всеми цветами радуги в лучах солнца. Кругом зеленеют берега, бродят стада животных, никогда не видевших человека. Наконец караван выходит на большую невольничью дорогу, по которой португальцы гонят на невольничьи рынки свой живой товар. Ливингстону всегда больно было смотреть на невольников. Он любил негров и жалел их, и мечтал об уничтожении рабства.
Вам не скучно, капитан? Что? Нет, 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 продолжайте, продолжайте. Внимательно. Интересно. Путь труден, здоровье путешественника ухудшается, его мучит лихорадка. К тому же один из проводников украл ящик с лекарствами и бежал. Наконец, исхудавший, как скелет, Ливингстон достиг негритянского поселка Уджиджи. И здесь пришла неожиданная помощь. Однажды утром в поселок с распущенным американским флагом под залп оружейных салютов вошла экспедиция Стэнли, отправленная на розыски Ливингстона. Уже 5 лет в Англии не знали, что с ним. Стэнли передал ему письма от его детей, рассказал множество нового, происшедшего в мире за эти годы. «Когда мы выступим обратно?» – спросил Стэнли. «Вам пора отдохнуть и полечиться». Ливингстон ответил. «Я не вернусь, пока не исследую берега этого огромного озера». И он указал на зеленые воды Танганайки. Вскоре они расстались. А что же случилось с Ливингстоном потом? Что он так и не поехал вместе со Стэнли? Нет. Ливингстон, оставшись один, закончил свое последнее путешествие. Но ему не пришлось возвратиться на родину. 1 мая 1873 года его не стало. Девять месяцев спустя капитану одного английского парохода доложили, что его хотят видеть какие-то негры. «В чем дело?» – спросил он у двух истощенных людей, стоявших у двери. «Мы слуги Ливингстона», – ответили они. «Где же он сам?» «Вот», – и они указали на длинный предмет, завернутый в ткани, лежавший на носилках. Он умер 9 лун тому назад. Мы набальзамировали его тело и 9 лун несли его сюда, чтобы вы отвезли его на родину. Так хотел начальник. В усыпальнице великих людей Англии на мраморной доске над гробницей Ливингстона выбита надпись. Перенесенный верными руками через сушу и море, здесь лежит Давид Ливингстон, друг человечества. Я много лет скитался по океанам, многое перевидал и слышал немало историй, но это произвело на меня особое впечатление. Месье и мадам, как председатель клуба охотников за фуражками, заявляю, этот молодой человек с такими историями имел бы огромный успех у нас в Тарасконе. Да. Надо признать, капитаны, что юноша, несмотря на очень тяжелые условия, с честью командовал парусным бригом «Пилигрим» и стал в 15 лет знаменитым капитаном. Внимание, джентльмены! Кто это сходит со страниц? Это негодяй Негора! Пират и работорговец, не пускайте его сюда! Ха-ха-ха-ха! Заткни свою глотку, щенок! Я не выдержал, когда вы этого моряка-неудачника назвали знаменитым капитаном. Если вы хотите видеть настоящего, знаменитого капитана, он перед вами, сеньор. Довольно странные претензии, недостойные джентльмена. Спросите всех работорговцев Черного берега, спросите всех капитанов английских корветов, гонявшихся за мной по океанским просторам. Наконец, спросите моего компаньона и друга, великого Хосе Антонио Альвица, негласного короля Западной Африки. Я полагаю, это бесспорный авторитет для всех.
Собственно, что вы хотите, месье Негора? Вы хотите попасть в клуб или воспрепятствовать Дику Сэнду занять место за нашим столом? Нет, вы мне не компания. Но как вы могли серьезно слушать этого молокососа, который даже не заметил, когда в одну прекрасную ночь я подложил под Ноктоус железный брусок и тем самым отклонил стрелку компаса? Это было самое маленькое из твоих преступлений, Негорро! Молчи! Или пристрелю, как собаку! О, спасайся, кто может! Надо его обезоружить! Руки! Проклятие, что вы собираетесь со мной делать? Пристрелить на месте! Простите, по морским традициям мы его вздернем на рею! Нет, достопочтенные джентльмены, с Негору надо расправиться так же, как это сделал сам Жюль Верн! Конечно, конечно, капитаны, давайте запихнем его на 502-ю страницу романа, его загрызла собака. Но в одном португалец прав. Вместо Южной Америки я привел пилигрим в Западную Африку. Ошибки бывали у каждого из нас. Только у одного в льдах Арктики, а у другого на экваторе. Итак, капитан Дик Сэнд, вы выдержали испытание. Поздравляю вас. Благодарю вас. Поздравляю вас. Благодарю вас. Поздравляю вас, мисс Сэнд. Благодарю вас. Мы приглашаем вас занять постоянное место за столом клуба знаменитых капитанов. Да-да, просим. Месье и мадам, наполните кубки за здоровье 15-летнего капитана. Ночью при огарке восковой свечи наши речи жарки, споры горячи. Звонкие стаканы, льется крепкий грог. Пьем за океаны, за простор дорог. Пьем за океаны, за простор дорог. Вспомним тех, кто в море, кто с друзьями там. Радости и горе делит пополам. За того, кто честен, смело отважен, прост, поднимаем с песней капитанский тост. Месье и мадам, а куда исчез барон Мюнхгаузен? В самом деле, где барон? Барон Мюнхгаузен, где вы, барон? Я здесь! Когда тут был Негора и размахивал пистолетом, я удалился сюда, на верхнюю полку под защиту толстых томов энциклопедического словаря. Ну, терпеть не могу этих шуток с пистолетом. Напрасно вы удалились от общества. Достопочтенные джентльмены хотели бы услышать ответы на вопросы, заданные вам в прошлый раз. О, пожалуйста, сколько угодно. Будьте любезны, я готов. Месье барон, где находится самое жаркое место Земли, так называемый полюс зноя? Ха, детский вопрос. Полюс зноя находится в Восточной Африке, на побережье Красного моря, возле города Масала. Воображаю, какие там цены на мороженое. О, поразительно. Вы ответили совершенно точно. Ну, я думаю. Но прошу меня не задерживать. Где следующий вопросик? Где протекает река Сан-Франциско и в какое море она впадает? Такому мореплавателю, как вы, давно пора знать, что река Сан-Франциско течет по территории Бразилии и впадает в Атлантический океан между Баей и Пернамбуко. Барон, вы меня искренне порадовали. Кстати, могу вам сообщить, Немо, что длина этой реки достигает 2900 километров. И, к вашему сведению, длина величайшей из рек Западной Европы, Дуная, равна только 2850 километрам. Так что я вам очень рекомендую запомнить реку Сан-Франциско. Барон, какой сюрприз! Почему вы скрывали от нас свои познания? О, ну это мой девиз. Скромность еще раз скромность. Дорогой барон,
Может быть, вы будете настолько любезны и ответите нам на последний вопрос? Ну, исключительно из уважения к вам, милый Гатерас. Какая железнодорожная станция имеет не только имя, но и отчество? О, если вы когда-нибудь поедете по великому сибирскому пути, то в Забайкалье вы сможете сойти на станции Ерофей Павлович. Дайте мне вашу руку, барон. Я хочу ее пожать с особым уважением. Дорогой мой, пожалуйста, ну теперь вы видите, с кем вы имеете дело. Позвольте, у вас на ладони что-то записано. Нет, это пустяки, это счет от прачки. Ну, отпустите руку, ну тартара. Мне очень неудобно, капитаны, но кажется, что у барона на ладони сделали, знаете что, обыкновенная шпаргалка. Капитан Сент попал в точку. Это шпаргалка. Месье и мадам, шпаргалка. Вот я и говорю. Ничего подобного, а просто научные записи из энциклопедического словаря. Какое совпадение. Как раз ответы на три наших вопроса. Достопочтенный барон, вы вовсе не оригинал. Во время последних экзаменов один ученик, Александров Григорий, тоже ответил на все вопросы, но, увы, был оставлен на второй год, потому что у него тоже оказались научные записи в рукаве. Так ведь то было в рукаве, а здесь на ладони. Это совсем другое дело. Совсем другое. Ах, месье барон, к сожалению, вам придется в следующий раз получше вымыть руки. Свистать всех наверх! По полкам! За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания, Пашу, руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.